Почему вашему бизнесу нужна бренд-платформа? В этом видео вы узнаете пример реализации в e-commerce, услугах и образовательных проектах. А вот в предыдущем видео мы с вами разобрали принципы построения мощной стратегии позиционирования. Для чего? Для отстройки от конкурентов и превращения холодной аудитории в ваших фанатов. Если вы вдруг пропустили это видео, то ссылка на него есть в описании под этим видео. Я настоятельно рекомендую вам с ним ознакомиться. А лучше подписаться на канал, чтобы вовремя получить уведомления о полезном контенте. Сегодня, как и обещал, мы детально с вами рассмотрим кейсы в e-commerce, услугах и образовательных проектах. А также разберем ключевые элементы бренд-платформы, реализация которых позволила собственникам вот этих бизнесов утроить продажи, обойти конкурентов и открыть новые пути к масштабированию их бизнеса или проекта. Это не важно. Кратко напомню, что бренд-платформа – это инструмент. Это инструмент, который помогает вашей компании понимать свою целевую аудиторию и правильно продавать свой продукт. Именно она формирует позиционирование компании на рынке и определяет ее, ну, скажем так, идеологию. И вот грамотно проработав бренд-платформу вашего бизнеса, вы сможете, ну, во-первых, повысить окупаемость трафика, выстраивая рекламные кампании на месседжах, которые цепляют внимание людей и вызывают вирусный эффект. Вы сможете выявить реальные потребности вашей целевой аудитории и создавать продукты, которые будут покупать снова и снова. Вы сможете персонализировать кампанию, сфокусировать ее на интересы потребителя и усилить взаимодействие, разумеется, обеспечить легкое движение аудитории по вашей воронке продаж, тем самым в разы повысив ее эффективность. И это лишь самые такие вот очевидные преимущества, которые вы обеспечиваете своему бизнесу. И вот чтобы вы увидели, какие результаты это дает на практике, мы подготовили кейсы наших клиентов из трех разных ниш. Ну, фестовары, услуги и образовательные продукты. И прямо сейчас приступим к их рассмотрению. И также, как снизить стоимость клиентов в 3,5 раза и сделать плюс 100% ROI в одной из самых конкурентных ниш e-commerce. Дмитрий Мухин занимается продажей гироскутеров в Москве и других регионах РФ. И вот рынок гироскутеров, он реально перенасыщен. Только в Москве более 1000 прямых конкурентов. При этом многие компании, они демпингуют, работая с минимальной маржой. Как вот в такой ситуации выделиться среди конкурентов и привлечь новых покупателей, не прибегая к снижению цены на ваш продукт? Решение вот этой задачи было найдено в результате проработки именно бренд-платформы. А если точнее, то анализа конкурентов, а именно юзабилити их сайтов, стратегии продвижения, их воронок, контента и офферов и глубокого анализа целевой аудитории, а именно грамотного выделения сегментов, создания аватаров и выявления психотипов игроков. Изучив сильные и слабые стороны конкурентов, Дима определил два основных конкурентных преимущества. Первое – это качество товара, которое соответствовало всем стандартам. И второе – это профессиональный сервис. И, разумеется, техническая поддержка клиентов после покупки. И вот анализ целевой аудитории позволил выделить именно сегменты, для которых решающим фактором является безопасность и надежность товара. А проработка портрета клиента помогла определить их потребности и их истинные боли. Также одним из решающих факторов для этой аудитории оказалось то, что собственник бизнеса не просто перепродает гироскутеры, но и сам отлично разбирается вот в этой продукции, он может проконсультировать, посоветовать, какая модель подойдет для данного конкретного покупателя. Основываясь на полученных данных, под каждый из сегментов были подготовлены статьи, на которые уже дальше привлекался трафик для последующего прогрева. И вот основными критериями для оценки каждой из статей являлось то, что материал должен был бить запрос сегмента, быть понятным любому человеку без особых технических знаний, и цеплять внимание и наглядно демонстрировать отстройку от конкурентов. Также был создан чек-лист проверки качества гироскутеров, который выдавался людям за подписку на email-рассылку. И вот на такой шаг готовы были пойти менее 5% конкурентов. В результате построения бренд-платформы компании удалось разработать уникальную стратегию позиционирования и отстроиться от конкурентов. Компании удалось уменьшить бюджет на рекламу с 300 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. За счет правильной сегментации целевой аудитории. Удалось снизить стоимость клиентов в 3,5 раза с 2900 до 800 рублей. И удалось подтолкнуть аудиторию к совершению повторных покупок и запустить волну рекомендаций. В результате получился плюс 100% к ROI. И вот все это в краткие сроки в одной из самых конкурентных ниш электронной коммерции. Двигаемся дальше.
Как увеличить продажи продукта стартера в 3 с лишним раза? И тут назревает вопрос. Какой ваш средний показатель конверсии в покупку первого продукта в линейке? Именно стартера. В среднем по рынку это 2-3%. При работе с хорошо прогретым трафиком 3-6. И сейчас мы с вами рассмотрим, как удалось утроить эту цифру. И вот для решения этой задачи был выбран простой, но эффективный инструмент. Это опрос. Стоит отметить, что само по себе использование опроса мало что решает. Раскрыть его потенциал можно только в том случае, если вы глубоко понимаете боли и потребности аудитории, которая будет его дальше проходить. И вот на основании анализа аватаров был подготовлен грамотный список вопросов. Задача каждого вопроса – это вскрыть ключевую боль женщины, подвести ее к осознанию вот уже своей проблемы и вызвать желание решить ее прямо сейчас. Вот это работа на уровне эмоций и скрытых потребностей. В результате опрос позволил сегментировать аудиторию, на основании чего уже была отработана серия писем дожима под каждый из сегментов. И вот это привело к увеличению конверсии в покупку с 3% до 11%. Вдобавок, данная сегментация на входе позволила повысить качество взаимодействия с этой аудиторией абсолютно на всех этапах воронки, что усилило прогрев клиентов и увеличило показатели продаж дальнейших продуктов воронки. Двигаемся с вами дальше. Как масштабировать бизнес в узкой нише с помощью Big Idea, с помощью большой идеи? Клиент компания Zegrevay. Задача – донести до потребителя месседж, что выбор котла – это нечто большее, нежели поиск среди там однотипных сайтов, что именно в этой компании решают проблемы, там проконсультируют и окажут необходимый сервис. И вот в предыдущих кейсах я показал важность глубокого понимания своей целевой аудитории, грамотной по разработке позиционирования, анализа конкурентов и определения ключевых конкурентных преимуществ. И вот сейчас рассмотрим важность реализации еще одного элемента бренд-платформы – это Big Idea, именно большая идея. За любой крупной компанией стоит всегда Big Idea. Именно ее транслируют в своем маркетинге, там, от промо-роликов до упаковки продукта. Там Apple, BMW, Nike, там, Chanel и другие. Но этот инструмент важен для компаний любого масштаба и у любого уровня развития. Особенно для стартапов, которые только выходят на рынок. Ну и разумеется, компания Zegrevay, которая занимается установкой автономных систем отопления домов и производством твердотопливных котлов, не исключение из правил. Эта ниша, она узкая и довольно тяжелая. И компании мало чем отличаются друг от друга, потому что выбор модели продукции требует определенного уровня технических знаний, и создать яркий запоминающийся бренд с сильным посылом кажется невозможным. Но данный кейс доказывает обратное. После проработки большой идеи по 8 уровням методики Martin Gamer, с которой я уже ранее делился на YouTube-канале, найдите это видео, стало понятно, что компания не просто обогревает помещение, а дарит тепло, радость и уют в семейный дом. И вот взгляд на свой бизнес под таким другим углом позволил владельцам компании полностью трансформировать их маркетинг. И в результате они взялись за полную переупаковку. Анализ потребностей аудитории дал массу идей для создания полезного контента, который помогает людям решить их проблемы, выбрать там, продукт под себя правильно, понять, чем данная компания выделяется среди других производителей там, в этой же нише. Также это открыло абсолютно новые пути для развития компании и масштабирования компании в целом, а именно производство и продажу сопутствующих товаров, теплой одежды и аксессуаров для дома. Посмотрите на эти два изображения. Первое – это до создания большой идеи и переупаковки маркетинга. По сути, это просто логотип компании, который можно ассоциировать с массой различных ниш. Второе изображение разработано после. Оно содержит и название, и ключевой посыл компании, рождает необходимые ассоциации уже в голове самого потребителя. В результате проработки бренд-платформы, создания большой идеи и внедрения всей полученной информации создан яркий запоминающийся бренд с сильным посылом, трансформирован маркетинг компании и открыта возможность для продажи смежных товаров и услуг. И вот сегодня в этом видео я показал вам, как три элемента бренд-платформы могут повлиять на ваши результаты. Но бренд-платформа – это нечто большее, нежели анализ конкурентов, анализ целевой аудитории и создание Big Idea компаний. Фундаментально она состоит из 6 этапов. Это глубокий анализ рынка и конкурентов, раскрытие сути бренда, проработка миссии и ценностей компании, разработка Big Idea бренда, создание портрета собственника, а именно личности бренда как основы для мощной бренд-стори и анализа целевой аудитории и создание портретов аватаров. Чтобы вот создать сильный бренд, выстроить уникальное позиционирование, именно стратегию продвижения, усилить рекламные кампании, там контент, я расскажу вам в следующем видео, завершающем эту серию.
А пока ставьте лайк этому видео, если контент был вам полезен, и обязательно задавайте свои вопросы чуть ниже в комментариях. Спасибо за просмотр, с вами был Кир Уланов, диджитал-компания Marketing Gamers. Спасибо, что вы с нами, до встречи в следующих выпусках, пока!